7 мая в России отметили День радио. Тувинские связисты в свой профессиональный праздник провели традиционную спартакиаду. Для работников отрасли связи региона двойной праздник. Помимо Дня связи, в этом году свой 75-летний юбилей отмечает ТВА «Связинформ». На спортивных мероприятиях в честь Дня связи и радио собралось более 100 участников. Это команды Министерства информатизации и связи, Почты России, ТВА «Связинформа», сотовых операторов и радиостанции «Голос Азии». Участникам спортивных мероприятий пришлось побороться за звание лучших на полосе препятствий. Там связисты должны были показать свою сноровку в распиливании бревна, прохождении каната и оказании первой медицинской помощи. После мечети готовится команда НДС. Далее участников ждали веселые старты и творческий конкурс, подготовленный ведущими радиостанции «Голос Азии». Участники должны были нарисовать картину Сальвадора Дали «Постоянство памяти». Завершилась спартакиада армрестлингом и вольной борьбой. По итогам спортивных мероприятий лучшими стали участники Министерства информатизации и связи. Второе место заняла команда ТВА «Связинформа», а третье место присуждено команде Почты России.